Друзья, всем привет! С вами я, Каратаев Игорь. И хочу сделать очередной небольшой обзор по ностальгическим элементам, да, скажем так. То, что было в нашем детстве, как мы развлекались во времена школы. А нашел я это, убираясь в шкафчике. Я приехал сейчас домой к родителям и, ну, немножко решил разобраться в своей комнате. Что-то там может выбросить, да, так я, в принципе, это и сделал, выбросил. А что-то нашел и решил записать видео. Итак, смотрим. Хочу еще об одной поведать своей детской странности, да, забаве. Я был фаном, скажу прямо, сейчас вы узнаете, чего. Конечно же, не кофе. Это вот просто коробочка с тех времен, когда я собирал это еще, да? Ну, это, видите, 2002 год. Коробочки. Ну, я... До этого у меня была другая еще коробочка. Видите? Это фантики. Представляете? Это у меня мама их оставила. Всякие, видите? И мото-мото. А, бомби-бом. И великолепный турбо. Представляете, друзья, сколько было жевано и выменено вот этой вот макулатуры. Просто невероятное количество. Видите, и корабли, яхточки. И машины, и мотоциклы, и чего здесь только нет на самом деле. Давайте же вспомним, какие были. Так, бомби-бом у меня. Так, турбо. Вот прям перед вами вытаскиваю. Я до этого их еще не смотрел. Я просто наткнулся на эту коробку и решил сразу записать. Мото-мото, представляете? Мото-мото. Вот целая гора, просто невероятно. Какие автомобили мы видели, о каких мечтали в детстве, да? Вон и Hyundai там лежат. В общем, поделился я с вами тем, чем мы болели, чем были увлечены в школьные годы. Опять же, мы реально борьба шла вот за эти фантики. И, ну, менялись ими. Продавали друг дружке. Очень редкие фантики. Там, я помню, вообще были там за одну бумажку. Там, редкую машинку, которая, ну, очень редко появлялась. Мы по 10 и по 15 машинок отдавали. Вот представляете, вот такую вот штуку. И меняли их на деньги, помню. Тоже вот были моменты, я их менял. Ну просто приехать домой, да, вот иной раз очень интересно, увлекательно. Бывает найти вот такое вот. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Рассказывайте друзьям. И ждите что-нибудь еще интересное. А интересное будет обязательно. Всем пока.